Прямо сейчас мы находимся в обновленном спортивном зале «Локомотив». Да-да, вам не показалось, мы действительно находимся в тынде. Спортсмены уже успели оценить преимущества таких обновлений. Пора и нам узнать, как же изменился этот спортивный объект. Первое, что встречает посетителей спортивной школы, это, конечно же, новый, полностью отремонтированный первый этаж. Стенд с множеством кубков, дипломов и всевозможных наград так и заставляет обратить на себя внимание. От увиденного количества спортивных трофеев остается только одно мнение, что это кузница настоящих победителей. Яркий интерьер первого этажа выполнен в приятных, теплых тонах, которые располагают к комфорту и позитивному настрою. Сам зал претерпел большие изменения. Новое половое покрытие, освещение и, конечно же, отремонтированная крыша, которая в недалеком прошлом доставляла немало хлопот и проблем как занимающимся ребятам, так и работникам самой школы. Результат, как говорится, налицо. Взрослые и юные спортсмены уже начали осваивать представленный в новом облике спортивный зал. Тренировки в самом разгаре и идут полным ходом, что, естественно, не может не радовать. Кому не хотелось бы заниматься в новом, свежем и доставляющем огромное удовольствие помещении? Стоит отметить, что помимо занятий для юношей и девушек, здесь также тренируются взрослые сборные нашего города. Так что теперь жители Тынды всех возрастов смогут заниматься в современном, красивом и удобном спортивном зале. А нам лишь остается пожелать им спортивных успехов и побед!